сначала о событиях, которые у нас происходят сейчас. Я хочу несколько слов сказать о том, что происходит у нас в авиации в связи с тем крушением, которое произошло. Вот, как всегда, начинается обсуждение, рассмотрение, что мы знаем про этот самолет. Не читали? Мы про этот самолет... Что? Самолет старый. Вот что мы... И это... Еще он ударился хвостом при посадке. Два, значит, в Каире. Да, и конструкция его повредилась. Так, значит, вот смотрите. Предыдущие эксплуатанты. Middle East Airlines, Ливан. Затем Honor Air, Турция. Saudi Arabian Airlines, Саудовская Аравия. Chamwings Airlines, Сирия. И первый полет 9 мая 1997 года. Значит, самолет старый. Что значит старый? Ну, что значит старый? Старый – это значит, что заболеть, как говорится, и сломаться может то, что неизвестно, так сказать, сломается или не сломается. Потому что, что касается нового самолета, там есть конкретные причины. Или от этого, или от этого, или от этого. А когда самолет старый, от чего может быть? От усталости металла. Знаете, это есть понятие. Металл или от коррозии. И если даже нет коррозии, от усталости металла. Он подвергался всякого рода нагрузкам и, соответственно, не выдержал. Вот в сегодняшнем «Коммерсанте» говорится. Другой причиной нарушения целостности фюзеляжа, по мнению экспертов, могла стать усталостная трещина, возникшая, например, в шпангоуте фюзеляжа. И еще одной причиной мог стать неисправный двигатель. В случае так называемого нелокализованного разрушения турбины, оторвавшейся от нее лопатки, по словам специалистов, улетает наружу с огромной скоростью и, двигаясь в одной плоскостью, режет крыло и фюзеляж лайнера, подобно диску пилы болгарки. Но это опять-таки ясное дело, от чего могут разлетаться лопатки турбины. Опять от того, что старый двигатель. А? Если может быть взорвано, это не от нас зависит. Правильно? Не от нас зависит. То есть, и, кстати, это, так сказать, маловероятно, потому что он летел на высоте 10 тысяч. Все эти самые переносные зенитные комплексы, которые успешно сбивают, они до этой высоты не достают. Там же рассматривался вариант, что в багажном отделении бомба была. Это тоже может быть. Короче говоря, вот это мы оставляем в стороне, потому что это никакого отношения к нашим экономическим вопросам не имеет. Вот, потому что если вы вообще на чем-то летите, который не на телеге едете, то, как известно, техники не бывает безопасности. Вот хоть есть такое понятие – техника безопасности. Да? Безопасность пишется вместе, а без, если отдельно написать, это будет обман. Бывает техника безопасности? Ну, автомобиль едет со скоростью, скажем, 90 км в час. Встречный автомобиль рядом, так сказать, еще у нас полосы не разгорожены. Он едет тоже со скоростью 90. 90 плюс 90 – 180 км в час. Что будет после столкновения? А столкновений таких лобовых очень много. Очень много. Ясное дело, что их можно исключить, но на этом затратить надо средства, сделать разделительную, не просто линию, а полосу. И такую, чтобы, так сказать, один поворот руля не приводил к соответствующим крушениям. То есть вот надо думать, что можно сделать для того, чтобы, нельзя сказать, чтобы исключили гибель там на дорогах или гибель в самолете, а как уменьшить вероятность этой гибели, правильно? В конце концов, можно настоять на том, что все равно мы все погибнем. Так, и так или иначе, мы умрем. Но вопрос-то не в этом. Вопрос, надо сделать так, чтобы это, вероятность этого была мала. Значит, в Советском Союзе самолеты с возрастью более 15 лет не выпускались, и все. Ничего там никто не разбирался, никакие обломки не собирали, ничего не складывали и не анализировали, и деньги не тратили на экспертизы, а вот все, 15 лет и готово. Неужели непонятно, что та среда, в которой действует самолет, она исключительная? Она совершенно не похожа на ту среду, в которой действует автомобиль. Значит, что касается автомобиля личного, то все чиновники, которые убедительно высказываются, говорят, ну, это для самолета, это ерунда, там 18 лет. Успел уже Зюганов высказаться, что это и немного.
для него. Немного, по каким меркам? Потому что некоторые могут и больше эксплуатировать. И известно, что сам США эксплуатирует Боинги 1,5 года, потом отправляет в Китай. Китай эксплуатирует 15 лет, потом продает в Россию. Здесь до падений. Немного на фоне того, что мы имеем. Немного, да. Трансаэро стали проверять. Там ни одного крушения сейчас не было. Он просто лопнул. Этот трансаэро. Но выяснилось, что все самолеты, которые он брал в лизинг, когда сейчас стали проверять, а что с самолетами-то, которые после него остались, они не должным образом эксплуатировались. То есть они необходимую проверку и необходимое обслуживание не проходили. Ну, дескать, мы их в лизинг взяли. Это что значит в лизинг? Взяли в аренду, деньги заплатили, потом обратно отдадим. О чем мы будем им знать? Это не наши же самолеты туда, а это вроде наши. Теперь еще один момент. Это самолетик. Компания частная. Что мы знаем про Когалым Авиа? С таким интересным названием. Когалым Авиа – это компания, приписанная к Сургуту. Так, раньше ее хозяины. Сейчас, одну минуточку. Так. Основана в 1993 году. Выполняла регулярные чартерные рейсы. Вертолетные работы для нефтегазовой отрасли. С 2012 года произвела ребрендинг на Metrojet и начала обслуживать туристические направления, в том числе Египет и Турцию. Принадлежала Лукойлу. Потом перешла под контроль ООО «Западная авиационная инвестиционная компания», собственниками которой сейчас являются Багана Хамид Джанкут 44,44%, Амирбек Гагаев и Бувайсар Халидов по 27,78%. Вот вы, так сказать, в своей жизни вверяете не государственной компании, которая, так сказать, имеет определенные, так сказать, при всех недостатках государственных учреждений, и при том, что это тоже частная компания, но это частная собственность класса капиталистов в целом. А это вот частная собственность трех человек. А что вы знаете про ООО? Что такое ООО? Нет. О, товарищ знает, а вы неправильно. Открытое – это ОАО. А это ООО. А что это значит? Общество с ограниченной ответственностью. В чем ограниченность? Чем ограничена ответственность? Ну как ни при чем? Если ограниченная ответственность, значит ответственность есть? Есть. Ну какая ответственность? Только тем, что он вложил. Ну как бы не личной собственностью какой-то, которая не... Ну не личной, конечно, не личной. А чем? А какая ответственность? В пределах уставного капитала. Да. Если вы записали уставной капитал, вкладывать ничего в уставной капитал не надо. Я в волевой суде уже был, по крайней мере, в двух компаниях. В одной компании безраздельным собственником ООО, в ООО редакции газеты «Народная правда», поскольку она старая по нынешним временам, 91 года, тогда было 40 рублей достаточно, было для начала деятельности ООО. Потом один из моих компаньонов умер, мой первый заместитель, значит, и у меня, так сказать, вроде бы тут надо наследство было оформлять на 5 рублей. Ну вот, а у меня оказалось 37 рублей от 40. Вот такая собственность. Значит, если вдруг что-то случилось, а какие-нибудь операции, запрет на операции финансовые есть? Никаких. Ну, скажем, мы выпускали газету «Народная правда» в 2000 году тиражом 1 миллион. Вывезли из газетного комплекса 27 тонн газет на КАМАЗах, на двух. Это стоило, ну, порядка 380 тысяч рублей. А ответственность? Ответственность в пределах уставного капитала. Сколько? 40 рублей. Сейчас ответственность для открытия ООО нужно, значит, как бы оформить, что вы в основной капитал закладываете 10 тысяч. Никто никаких денег не закладывает вообще, чтобы вы знали. А просто вот вы говорите, что у меня вот компьютер будет числиться на балансе. Потом, значит, стол какой-нибудь под компьютер, потом ксерокс. Ну и вот вы наберете на общую сумму 10 тысяч, и также будете по-прежнему своими компьютерами ставим пользоваться, но будет записано, что это у вас есть
капитал 10 тысяч. А если вдруг вы что-то не то сделаете, то вам придут и заберут вас, что? 10 тысяч рублей. А миллиард вы можете перечислять. Это ООО. Вот какая-то некая ООО, это не ОАО. Открытое акционерное общество, значит, можно открыто покупать акции на бирже. И они могут переходить к тем, кто, скажем, имеет хотя бы капитал достаточно, чтобы лучше их обслуживать. И вот они здесь вот имеют. И если они не продадут какие-то части, то и не будет. Вот поэтому я еще раз повторяю, мы затрагиваем сейчас экономическую сторону вопроса. Есть страна, скажем, военная, террористическая, это от этого, как говорится, никакие наши тут соображения экономического порядка от этого не застрахуют. А вот что касается того, что не надо на старых самолетах вылетать, это, я думаю, понятно, потому что ну, автомобили через сколько лет меняют легковые? Через 3 года. И вот люди, которые меняют все время автомобили, причем самых разных марок. Но если 5 лет, вот выступает по «Эхо Москвы» Пикуленко. Он говорит, ну вот вероятность дорожных происшествий с возрастом резко возрастает. Он про автомобили говорит. Если 5 лет, 40%. Что значит 40%? С вероятностью 40% вы попадете в аварию. Почему? А потому что не знаете почему. Потому что что там сломается, потому что что-то сломаться должно, старое. Как у пожилых людей, что-нибудь болит. Или голова, или рука, или нога. Или сердце, или печень, или что такое. Чем отличаются молодые люди от пожилых? А тем, что пожилые уже пожили, и груз их жизни, он на них лег. Так что, что касается вот таких вещей, как возраст, конечно, на фоне того, что у нас делается в экономике, есть такое понятие, как амортизация. Знаете, что это означает? Амортизация. Аморт. Знаете, что такое? Сальто мортали. Не слышали такое выражение? Сальто – это прыжок. А мортали – это смертельный прыжок. Аморт – это смерть. А амортизация – это не умирание. То есть существует такое понятие экономическое, что для того, чтобы у вас постоянно парк оборудования находился в рабочем состоянии, нужно его регулярно, не ожидая, когда вот что-нибудь, кого-нибудь убьет, зарежет, так сказать, разделит на части. У нас до 20 тысяч смертей в год в нашей промышленности. Не дожидаясь этого, нужно регулярно заменять технику. Сколько нормальный срок замены техники в промышленности, как вы думаете? Значит, он коррелируется, то есть где-то увязывается с временем прихода новых видов машин. Это примерно 9 лет. Ну, будем для огрублять. Раз в 10 лет. Значит, 10 лет – это сроков обновления всей техники. Это я, значит, ушел от самолетов, вернулся. Хотя это тоже относится к экономике. Вернулся к станкам, к оборудованию, к тому, что есть на предприятиях. Значит, докладываю вам, что общая сумма производственных фондов в России 73 триллиона. Сколько нужно ежегодно, на какую сумму заменять технику? 1/10, 7,3. Но существует такой порядок, экономически установленный и законный, что все, кто ведут какую-нибудь хозяйственную деятельность, неважно, какой там у него форма, ООО, ОАО, все должны в амортизационный фонд откладывать. И это идет на издержки. Не из прибыли, а на издержки. То есть вот каждый должен 10%, вот на эти 10% от стоимости оборудования, эти 10% закладывать в издержки того, что он производит. Что на самом деле происходит? Происходит, что закладывают не 10%, а 1%, например, напишут. И никто за этим сейчас не следит, и никто к ответственности не привлекает. Что такое 1%? Это через 100 лет как бы обновление произойдет. Поэтому техника вся на заводах старая. Если старая техника, она когда убьет? Когда работает или когда не работает? Она когда работает, убьет человека. Причем на большой скорости, и что-нибудь, так сказать, руку, ногу оторвет, затянет и так далее. Или взрывы мы наблюдаем. Потому что тем самым вот на амортизационные счета вот эти издержки производства должны были откладываться в сумме примерно 7,3 триллиона ежегодно. 7,3 триллиона.
А то, что вы слышите или читаете, ну, то исчисляется какими-то миллиардами. Несравнимо с этим. Вы слышали, чтобы триллион направили там на что-нибудь? Вот только на военные у нас, на военные нужды, на обновление военной техники направили 20 триллионов до 2020 года. А так вообще все только миллиарды. А что тогда происходит с этой суммой амортизации? Она вместо того, чтобы попасть в издержки, она попадает в прибыль. А потом она уезжает в офшоры. А тут гибнут люди. Так что, к сожалению, эта проблема вот не самолетная. Эта проблема связана с тем, что для того, чтобы нормально существовать, для этого нужно соблюдать некоторые нормы воспроизводства того парка, оборудования, которое есть. Это транспортное оборудование или это промышленное оборудование, или химическое оборудование. Тем более, представьте, химическое оборудование старое, что с ним будет? Взрывы. И вот генерал Лебедь упал с вертолета. Вертолет упал, и он погиб. И сразу комиссию создали и начинают выяснять, от чего он упал. От чего упал? А на самом деле он летел на самолете, которому на вертолете 38 лет. Так надо создавать комиссию, чтобы она выяснила, как мог такого возраста вертолет еще лететь. Как они вообще летают? И почему вообще летают у нас? Техника. И вот вместо того, чтобы делать эти выводы, к сожалению, тут вот сейчас будут свечи, цветочки, лепесточки. Это что значит? Новые жертвы и новая гибель новых людей. Потому что если случается вот такая история, это, между прочим, основание для выводов, которые надо сделать. Это уже не первый раз. Многократно это происходит. Ну, это получается, что народ вместо того, чтобы... Я, конечно, не буду говорить громко, но вместо того, чтобы убрать тех, кто... ставить людей в такие условия, то, что они летают и да. используют технику, которая вообще ставит в жизнь под опасность, мы устраиваем всеобщий... Свисток мы выпускаем, пар. Ну да. То есть давайте куда-нибудь вот, вроде как вот поговорили, траур, при этом вот сообщила газета «Коммерсант», что сейчас в траур у нас отмечают Хэллоуин вообще в Ленинграде. Плясками, танцами и так далее. Ну так если траур, то траур. А если государство должно руководить, правильно? Если объявило оно траур, значит никаких... Дескать, мы вас призываем. Вот мы сейчас вас призываем, у нас 3 дня траур в Ленинграде, чтобы вы не сильно танцевали. И нашлись, и пошли. Ну так ведь нельзя к этому относиться. Так, ну вот это мы, конечно, все должны иметь в виду, как конфликтологи, потому что ну, это же конфликтная ситуация на самом деле. А ничего, мы 2 миллиона рублей выплатим. Компенсацию тем, кто погиб, семьям тех, кто погиб. Вот вам 2 миллиона вместо вашей мамы, папы, там, мужа, ребенка. 2 миллиона. Тоже странно. А если погибнет на заводе, дают 2 миллиона? Владимир Ильич, 2 миллиона дадут, если на заводе погибнет? Сейчас нет. Не давали никогда. Никто никому не дает 2 миллиона. Почему тем, кто вот там погибает, 2 миллиона там? Потому что это на виду. А эти там где-то в шахте погибли, дверники, да и бог с ними. Что-то им там выпишут. Несколько десятков тысяч и все. Семьям. Точно так же с пожарами в лесах. Как вы думаете, что это вдруг пожары везде? То что это какая пожар? Природная или экономическая? Ну, если леса вырубают беспорядочно, и если убрали по закону новому, нет лесничих. Вы слышали? Лесничих видели? Уже никто их не видел. Лесничих чем? Были санитарные рубки, поддерживались каналы. Так, значит, теперь, ну как вот загорелся вдруг поселок от того, что пожар в лесу? Ну как может быть такое? Рассказать вам, как делать, чтобы не было пожара в поселке, если пожар в лесу? Так вы пропашите полосу, ну хоть полкилометра пахотную от вашего поселка, да, вокруг поселка, до лесов, и все. Что, перелетит через полкилометра огонь? Никогда. А в чем дело? А в том дело, что это брошено на волю, так сказать. Вы вот идите и пошите, а у них нет ничего. Там сидят 3 старушки в этом поселке. А ничего, когда все сгорит, мы им построим новые дома. Новые дома же строит государство. Молодец. Это здорово. А может просто сделать, так сказать, опахать соответствующе. Это вдруг начинают делать, когда уже горит все.
Не говоря уже о том, что некоторые губернаторы прекрасно отправлялись на отдых тогда, когда у них все горело. Десятками тысяч гектаров. Так, так что вот это, кстати, проблема очень большая. У нас это касается в той части, что конфликты социально-трудовые связаны с вопросами безопасности, безусловно, условия труда. Потому что иногда все, весь разговор идет о зарплате. И мы тоже с вами поговорили о зарплате. Хотите большую зарплату? Значит, давайте работайте 2 дня, 2 суток всего, неделю. Остальные 5 дней будете отдыхать. Зарплата будет по 500 000 у вас. Но недельную норму надо выполнить. Ну, то есть в сутках сколько? 24 часа. Ну, вот люди молодые, 20 часов работаете, 4 спите. 500 000 получаете. Жизнь будет тяжелой, зато недолгой. И на похороны. Похороны будут пышные, потому что эти вот, типа 500 000, вы сразу их не истребите. Они останутся, и на них много-много будет куплено цветов. То есть есть такая операция в математике, переход к пределу. То есть надо понять. И сейчас распространяются сверхурочные работы. Что такое сверхурочная работа? Сколько часов может работать? Вот вы как специалисты должны это знать по кодексу трудовому. И трудовой кодекс ваш настольная книга. Сколько можно? 40 часов плюс, там, по-моему, 3 или 4 часа переработок. 4 часа в течение 2 дней? Да. А всего в году? Безгранично или ограничения есть? Логично, наверное, что есть, исходя вот из этого количества. Ну сколько? Ну а кто народу-то поможет? Вы не знаете. Меня нету. Что, я там буду, скажут, а у нас там есть преподаватель, давайте им вас спросим, пойдем. 120 часов в год. Надо трудовой кодекс купить и прочитать вам всем к экзамену. То есть... Кроме конфликтов, которые могут быть в рамках законности, есть еще конфликты, связанные с нарушением закона. Причем это нарушение страшное. Вот я хочу вам привести пример. На углу Литейного и Белинского там было какое-то помещение, в котором милиционеры там заезжали и что-то регулировали. Ну, вот этих милиционеров нет, теперь там кафе. Кафе для одного человека. То есть ты дверку открываешь, туда заходишь, и перед тобой стоит девушка, а она тебе наливает кофе. И может дать тебе пирог, ты сел, следующий заходи. Вот так. Вроде хорошо. Я, так сказать, поскольку, как говорится, я вот стою перед ней прямо лицо в лицо и пью кофе, хотя это как довольно-таки не очень даже и смотрится. Я ее спрашиваю, а вы сколько так работаете? Она говорит, работает она вот каждый день по 12 часов. Каждый день. И я, говорит, получаю приличную зарплату. Я говорю, вы понимаете, сколько у вас сверхурочная? А сверхурочная как должна оплачиваться? Вдвойне. А? Не, не так. Первые 2 часа 1,5. В полуторном размере, а дальше в двойном. В двойном. И в выходные дни работа вдвойне, в двойном размере. Вот, например, мне только что рассказали товарищи, совсем недавно. В нашем Василеостровском, в НИРА. Это был раньше Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоаппаратуры. Что теперь означает «В», я не знаю. Может быть, всероссийский, а может, Василеостровский. Вот там начали подписывать листы сейчас, чтобы 4 ноября в праздничный день не работать. Работать. Хотя, если это праздничный день, так надо работать. Так вот, подписывают эти самые листы. Дескать, давайте поменяем вот это 4 число на 31. Зато 31 декабря вы будете отдыхать, а 4 будете работать. И все охотно подписывают. А в чем фокус? А фокус в том, что за работу 31 числа надо в одинарном объеме платить. А за работу 4 праздничный день – двойном. Сразу дневная оплата всего коллектива остается в карманах у хозяев предприятия. Вроде бы и хорошее такое дело и дел, да? Раз, и у вас есть. И никакого мошенничества. Раз, и у вас нет оплаты за один рабочий день. Если там кто-то получает в рабочий день, там, скажем, 5 тысяч рублей, нет 5 тысяч рублей. То 6, а 6 тысяч рублей нет.
Вас так забрали спокойно. Причем с вами согласовали. Хотите 31-го отдыхать перед Новым годом? Подписываем. А? Ну, вы отдыхаете, поэтому у вас стипендия такая. Много не надыхаешься с такой стипендией. Так, ну вот, что мы наблюдаем в этом плане. Значит, в связи с тем, это вот проблемы, которые возникают на предприятии, и для того, чтобы эти проблемы разрешать, что нужно делать? Надо, чтобы рабочие, если они, конечно, бесконечно не работают сверхурочно, сами обдумали, что им надо для улучшения их положения. Потому что наше законодательство, вы будете изучать, вот я вам очень и рекомендую, и, можно сказать, требую от имени государства, поскольку у нас государственный университет, чтобы вы трудовой кодекс изучили. Какие социально-трудовые конфликты, если не знать трудовой кодекс? Потом, излагать трудовой кодекс – это плохой стиль. Почему? Потому что что значит излагать закон? Вы что? Мы, говорит, знаем трудовой кодекс в изложении Попова. А вы вот в изложении Петрова, Асидорова. Он что, зависит от того, кто излагает? Или там вы вот ссылаться будете на какую-то статью закона, она вообще зависит, в каком она месте, там, в какой главе? Не зависит, правда? Нарушена такая-то статья закона, и все. Трудового кодекса, основной закон трудовой. Так вот, согласно этому трудовому кодексу, значит, у вас имеется свободное время, так? Свободное время определяется. Это оборотная сторона рабочего времени. Сколько у нас рабочее время в неделю? Нет? Вторая попытка. Сколько в неделю у нас рабочее время? Че? До 40. Разницу знаете? Это значит, что коллектив предприятия в соответствии с внутренними договоренностями между коллективом и между работниками и работодателем может определить себе величину рабочего времени. Какую? Какую определит? Но до 40. Он больше 40 не может определить. Это нарушение закона. А до 40 нет ограничений. И это касается не только условий труда, то есть рабочего времени, там, скажем, загазованности, запыленности и так далее, есть какие-то нормы. Вот есть у вас норма, а вот мы хотим лучше этой нормы. Что лучше нельзя или можно? Вот это вот договоренность в чем закрепляется? Между работодателем и работниками. Но она, может быть, договорились, и издается приказ. Это локальный нормативный акт, приказ директора. А есть документ, который составляется совместно работниками и работодателем. Как он называется? Коллективный, не трудовой договор. Трудовой договор – это вы пошли на работу, и с вами заключили трудовой договор, и записали, что вот если вы это не будете делать, это не будете, вас уволят. Вот и все. Вот это трудовой договор. И ничего там вы особенно, когда вы приходите наниматься на работу, там особенно вы чего будете там спорить? Какой там может быть спор? Будете спорить, идите за ворота. Хотя, вот всякого рода есть в трудовом кодексе положение о том, что вот если кто-то вас незаконно не принимает, то какая-то дискриминация, то, значит, вы можете обращаться в суд. Вы можете обращаться, но никаких решений судов выигранных по этому поводу нет. Потому что, ну, что вы доказывать будете? Какая дискриминация? Я обязан вас брать на работу, если я профессионал? Не обязан. Ну, что, ну, что, о чем? А, дескать, а почему ее взяли, меня не взяли? Это вы можете судиться. Еще, давайте вы будете между собой, значит, воевать. И кого-то подсиживать. На это тоже люди не идут. Поэтому, на самом деле, вот есть такие мертвые пункты в трудовом кодексе, которые ни к чему не ведут. И на уровне трудового договора, пока вы заключаете трудовой договор, вы одиночка. Одиночка вступает в конфликт с работодателем. Кто выиграет? Ну и все. А зачем вы вступаете на путь войны, заведомо зная, что проиграете? Надо вступать. Вот вы как конфликтолог посоветуете начать такую войну? Не посоветуете. И правильно. Надо, наоборот, отсоветовать людям. Говорит, нет, я буду обращаться в суд. Буду ходить, потратить деньги, время, нервы, ничего не добьется. Потому что нет, силы не равны. А вот другое дело, коллективный договор. Коллективный договор — это локальный нормативный акт, который заключается
заключается между работодателем и работниками. И то, что касается коллективного договора, прописано в Трудовом кодексе. И во многих статьях, вот будете когда читать, обратите внимание, что вот, а это, говорит, так, как установлено в коллективном договоре. А это, если установлено в коллективном договоре. Если у вас нет коллективного договора, ну и у вас этого и нет. То есть коллективный договор расширяет ваши права и возможности, но только в пределах данного предприятия. Коллективный договор обязательно заключать? Нет. Если у вас нет на предприятии коллективного договора, ну, вас жалко мне, и все. А если у вас есть, ну, вам повезло. Есть хороший коллективный договор? Что можно, что нельзя записать в коллективном договоре? В коллективном договоре, мы еще на эту тему будем отдельно говорить, сегодня у нас тема коллективные переговоры. Но я об этом заговорил, потому что если вы же начинаете коллективные переговоры, надо переговариваться так, чтобы видеть картину в целом. А не так, что я переговариваюсь, так сказать, по поводу того, чтобы нос не увяз, а у меня хвост увязнет. Так хвост не увяз, договариваюсь, а у меня нос увязнет. То есть, чтобы речь шла о таких переговорах, которые представляют собой улучшение положения в целом, ну, в связи с тем, что вот что-то выяснилось в ходе работы, в ходе деятельности жизни на предприятии. В коллективном договоре, согласно закону, не может быть хуже, чем в законе. Не могут быть установлены условия хуже, чем в законе. Не могут быть. А лучше, пожалуйста, безгранично. Вот некоторые очень ругают наше государство. Дескать, оно будет буржуазное, такое, всякое, раз такое. Ну, можно как угодно его ругать. Но наше буржуазное государство предоставляет право работникам добиваться улучшения своих условий на предприятии безгранично. Но если вы не сорганизовались, у вас коллективности никакой нет, вы ничего вместе не сделали, никаких требований не выдвинули, на переговоры не пришли, не пользуетесь законом, учитесь. И вам объяснят, вон философы, что вы не соответствуете требованиям гражданского общества. Не умеете отстаивать, добиваться и так далее. В общем, вы никто. Раз вы никто, и звать вас никем, ничего не добьетесь. Поэтому, строго говоря, вот этот закон, он приучает людей добиваться законным путем того, что он желает. И устанавливать себе в коллективном договоре те условия, которые значительно лучше, чем то, что записано в законе. Насколько? Ну, коллективный договор заключается на 3 года и продлевается еще на 3 года. Может быть продлен. Для этого нужны отдельные переговоры. Отдельный переговор. И вот если вы добились себе увеличения отпуска вдвое, в коллективном договоре, ну будете вдвое больше отдыхать. А что значит вдвое больше будете отдыхать? А в 2 раза больше денег получите за это время. Потому что отпускные-то это зарплата считается. За больше отпуск. Вот у докеров морского порта Санкт-Петербурга, с которыми я достаточно много сотрудничал был, и сейчас являюсь официальным консультантом правкома докеров за первый контейнерный терминал, и консультировал портовый комитет, и доверенность у меня была на представительство интересов портового комитета Российского профсоюза докеров. Я хочу вам сказать, что, скажем, там в компаниях в хорошее время был установлен отпуск для докеров 55 дней. Вот у них есть профессиональная болезнь, связанная с большими очень нагрузками. Нагрузки по ручному грузе у них сейчас в нынешнем коллективном договоре 24 тонны в смену. Раньше было 60. Теперь, значит, на одних переговорах, а мы сейчас 7 у нас переговоров, вот те люди, которые выделены на переговоры, они имеют безграничные права. Вот я говорю, ну давайте оставим это 24. Чего мы будем спорить? Оставим, давайте оставим. Вы говорите, ну ладно, давайте оставим. Раз и все. И так и осталось у них 24. Хотя они вызывали медиков, проводили специальные исследования и выяснили, что необратимые изменения начинаются, если нагрузка более чем 12 тонн в смену на ручном грузе. Хотя, например, там для нас вот здесь сидящих такие вообще
величины кажутся дикими. И там есть, поскольку там зарплата повышенная по сравнению с другими предприятиями, то есть там где 30, а там 50, 60, 70 может быть. Некоторые туда идут, пойду в докеры. Потом через 3 дня выходит, говорит, ладно, бог с ней, с зарплатой, с этой. Раньше было 60, то есть один человек разгружал, приходит вагон, в вагоне сахарный песок, в мешках по 50 килограмм. Всего-то надо взять мешок и положить на поддон. И так целую смену. Вот вы разгрузили вагон, идите домой, один человек, один вагон разгрузил, иди домой, 60 килограмм, 60 тонн. Вот 24 тонны у них сейчас остается. Сейчас так, ручного груза очень мало, почти нет. Но вот приезжали окорочка из Соединенных Штатов Америки в коробках по 30 килограмм. И вот тут мне случилось, что был там субботник, и я там принимал участие. Дали мне каску, рукавицы. Я в этом трюме работал один день. Так что если меня спросят, с кем я работал, скажу, я работал докером. А сколько? Не будем на этом акцентировать внимание. Но работал. Но мне этот день запомнился намного. Вот вы находитесь в трюме, ну, представляете, пятиэтажный дом, вот вы в трюме корабля. Весь он с коробками по 30 килограмм с куриными ножками. Ну, естественно, они заморожены, так что вы находитесь в таком замороженном трюме, в холоде. Значит, ваша задача очень простая. Сверху все у нас, почти все механизировано, сверху опускается поддон, и вам нужно брать коробочку и класть туда, на этот поддон. Вот когда вы сложите коробочки на поддон, достаточно много, и, кажется, там вира, и поехал этот поддон наверх, через некоторое время придет, а вы пока отдыхаете. Придет поддон, снова надо на него грузить. И вот, как говорят медики, вот если вы утром встали, то вот наклонов 20 очень полезно сделать. А докер делает 1200 наклонов, а вот 1200 наклонов. Связанный с тем, что взял и положил. Это само по себе работа, что там? Взял и положил. 1200 наклонов. А поскольку наклоняются, естественно, испарено, распарено. И у них профессиональная болезнь, радикулит. Вот, так сказать, наш коллега Евгений Петрович Тимофеев, заместитель председателя портового комитета Российского профсоюза докеров Москвы, порта Санкт-Петербурга. Он сам инвалид. И он занимается оформлением инвалидности на докерах. И все смеются, что как-то постепенно профсоюзная организация перетекает к себе. Он теперь значит, крупнейший становится организацией. Ну, что такое инвалидность? Понятное дело, те будут приплачивать там 10%, как получится, по бумагам. Вот, и ты можешь не работать. Ну, как люди, а на 10% все равно тебе не проживешь. Значит, где-то работаешь, еще получаешь инвалидский. Так если люди отдыхали 55 дней, так это один оборот. А другое дело, что они на переговорах польстились на то, что им повысят зарплату, зато уберут вот это вот. Сделают 30 дней. Эту величину убрали, 25 к 30. Зарплату повысили, потом пришла инфляция, опустила всю зарплату, и на этом операция завершилась. Инфляция-то наша действует. Поэтому отдавать, скажем, выходные дни, то есть отпускные дни за деньги, ну это просто с точки зрения денежной, это довольно глупо, потому что вы можете, пожалуйста, работайте весь отпуск, получите свои отпускные и работайте, и получите еще зарплату. Это вы работы получили зарплату как отпускные, а эту зарплату, потому что вы любите отдыхать работая. Это ваше дело, правильно? Поэтому даже с этой точки зрения неразумно. Ну, вот так получилось. То есть вот нет у них таких больших отпусков, а вот у нас есть у преподавателя удлиненный отпуск. Некоторые истолковываются это таким образом, что, видимо, у нас работа очень тяжелая. Хотя на самом деле просто студенты находятся на отдыхе. Ну и, соответственно, преподавателям надо, чтобы они дожили. Это студентов-то считает государство не обязательно, чтобы они дожили. Вот. Я думаю, неделю-то вы проживете на 1480 рублей. А дальше как хотите. А преподаватели считаются, что они должны дожить до 1 сентября, чтобы продолжить. Ну, если кто не доживет, это уже его дело.
Вот поэтому с нами лучше обращаются, чем со студентами. Вот все это, все условия жизни, какие там есть, а мы с вами много что рассматривали, это и условия труда, это и это медицинское обслуживание. Вы можете написать в коллективном договоре, что вот если вам нужно пойти к зубному, к платному, и там сделать протез или что-то, чтобы это оплачивало предприятие. Вы же работаете? Да, записывайте в коллективный договор, если работодатель не будет возражать. Есть, скажем, такое положение в самом трудовом кодексе, что можно выделять, работодатель выделяет средства на оплату культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. Вот составляется план такой, что там делается. Предприятие перечисляет на счет профсоюза, и профсоюз это организовывает. Другой вариант, когда предприятие не перечисляет, а само организовывает, а в комиссию по распределению этих средств. То есть эти средства выделяются, но не перечисляются, остаются на счету предприятия, согласно коллективному договору тоже. Но тогда в комиссию входят вот представители работников, они сидят и решают, кому дать, кому не дать. Это все, конечно, затрудняет значительно, потому что, по мнению члена комиссии от администрации, не надо на это давать. А по мнению работников, вот надо давать. Получаются конфликты на этой почве. В прошлом году меня попросили поехать на Дальний Восток в связи с тем, что возбуждено уголовное дело против председателя Порта Восточной Леонида Тихонова Ивановича. В связи с тем, что вот работодатель перечислил средства на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. Они часть этих средств использовали на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, а по 500 рублей выдали к Новому году из них вместо, так сказать, чтобы вы сами купили себе. То я куплю вам мандарин, а вы любите апельсин, вам куплю шоколадку настоящую, а вы любите обязательно вот сахарные плитки, в которых ничего нет, а только пальмовое масло. Вот. А я вам вот взял и зачем-то вот дал устаревший этот самый шоколад. Короче говоря, они вот так. И по 160-й статье Уголовного кодекса посадили на 3,5 года председателя и бухгалтера. Бухгалтера на меньшую величину. Я там был в качестве свидетеля. Меня спрашивает судья, в чем нарушение? А это чьи деньги? Я говорю, чьи? Они перешли со счета работодателя на профсоюзный счет по коллективному договору. Это деньги уже профсоюза. Если вы недовольны тем, как они распределяются, вы что должны делать? Обратиться в профсоюз, обратиться в ревизионную комиссию профсоюза или в конференцию, если надо попросить собрать конференцию, вы можете тоже участвовать в сборе и так далее. Но это не ваши уже деньги. А вызывают свидетелей, членов профсоюза. Вот они приходят, садятся, свидетель, вы знаете, что свидетель не должен находиться в зале суда. Он должен там сидеть. Как-то, если он только появится, вот этот уже он не может быть свидетелем. Как только он, вот если я судья, вы появились, все, вы больше свидетелем уже не будете. Потому что вы уже что-то тут уже знаете, что у нас идет. И это повлияло на ваши показания. Сидите там. Вот они заходят, их спрашивает судья, это чьи деньги? Меня спрашивают. Я говорю, это деньги профсоюза. Ну, говорит, ну все, до свидания. Ну, я-то знаю, что я могу после того, как свидетельские показания дал, могу сесть вот туда, сзади, сидеть в зале, открытый же процесс. Они говорят, до свидания, они уходят. Они не знают, никто не видел, как предыдущие ходили, что говорили. Короче говоря, один за другим приходит, члены профсоюза, чьи это деньги? Это деньги работодателя. И что получилось? Что не один там, может, два. Я не знаю, кто из них что говорил, я-то говорил, что это деньги профсоюза. А если работники сами, которые распределяли деньги причем, говорят, это деньги работодателя. Ну, если деньги работодателя взяли и потратили. Это что такое? Растрата. 160-я статья. До 6 лет. И сидит человек. Ну, а почему он сидит? А потому что он очень активно защищал интересы коллектива при составлении коллективного договора. Весьма активно. А там край далекий, законность там немножко своя, там и отношение немножко свое. Был один работодатель, был вполне нормальный человек, пришел другой, который решил, так сказать, вот таким образом расправиться с профсоюзом. Так что конфликты бывают очень такие сильные, очень тяжелые. И вот вам я привел пример этого. И мы ничего не могли сделать, в том числе и митинги были.
по всей стране, по России, в разных городах. И требования, ну, отвечает очень просто прокуратура. Это у нас суд независимый, ни от чего, ни от кого независимый. Хотя мы знаем, что не только бывает оборотни в погонах, но оборотни в мантиях. Он, конечно, независимый, и назначает его президент судью пожизненно. Вас назначили пожизненно, а снять могут в любой момент по решению квалификационной комиссии. А кто вам дает жилье, дает? От кого? Вы от жилья зависите или не зависите? Зависите кто? А в жилье ведь могут дать, могут не дать. Правильно? Вы совершенно независимы, можете учесть мою просьбу, можете не учесть. Но вашу просьбу можем тоже учесть или не учесть. Поэтому это все разговоры про независимость, это пустые разговоры, обманные разговоры никакой. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Посмотрите на себя и увидите, ручку не выделали, книгу, тетрадку не выделали, платье не выделали. Ничего мы это не делали. И сидите то, на чем вы сидите, не выделали, то, на чем пишете, не делаете. Я вот то, что, так сказать, является микрофоном, не я делал. И вообще вот все, что у меня. И газету я сейчас принес, ее где-то делали, я даже не посмотрел, в какой типографии напечатали. Но мы сплошь находимся в колоссальной зависимости внутренней. Производство вообще при капитализме имеет развитый общественный характер. Поэтому, скажем, вот эта идея коммунизма или социализма, она не с неба сваливается, она просто означает, давайте мы это противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения, чтобы вот там три человека не командовали целой компанией, не были бы собственниками, что хотели, то и делали. Купят тот самолет, который 10 раз перепродавался, то там, то там, то там, то там, как будто это ботинки или туфли. Ну, туфли изношенные будете носить? Не будете. А это изношенный самолет. А его все продают и продают. А почему? А дешевле. А стоит он миллиарды. А выплатят миллионы. Вот она и прибыль. Что мы знаем об этих лицах? А ничего мы о них не знаем. А вот вы идете и садитесь. Я как-то в Самару летел, еще Ту-134 был, но уже старый. И вот он, значит, готов, отлета все, двигатель работает. И все гаечки, все болтики трясутся. И летит со скоростью 1200 рублей в час. Думаю, как он долетит? Так я поежился, но уже вроде как иду, там сзади идут. Сейчас в интернете некоторые пишут, что я никогда на эти чартерные рельсы не сажусь. Там же черти что происходит. И закладка, кстати, эти самые, вот так вот, в багаж всяких устройств, тоже это чаще на чартерных рейсах, где все эти контроль это ослаблен. Пьянствует там беспробудно во время этого самого полета. Запирается какой-нибудь пьяница в туалете, потом его выковыривает, когда он сядет оттуда. Все хорошо. И все, пока вот не прозвенит. И тут вот надо к этому серьезно относиться. Мы с вами тоже как бы отмечаем это. Как отмечаем? Какие-то уроки должны быть извлечены из этого или нет? Вообще всякое отрицательное событие нужно оценивать и извлекать уроки. Потому что когда мы говорим о культуре, это культура, это накопленный опыт человечества. Опыт, в том числе и негативный. Надо из него извлечь уроки. И это культурный человек, он извлекает уроки. А тот, который туда же наступает, на то же место, в которое он вляпался в прошлый раз, он не культурный. Ну, будем мы, и вот я вот пока читаю, и все вот уже успели сказать, что да, нормально это, 18 лет, хорошо, да, хорошо. И его же спроси, Колновского, да вы что, я уже 3 года езжу на этом автомобиле. А когда речь идет о судьбах других людей, то там, 18, ничего, пусть летит. 30, хорошо. Мы подремонтируем. Вот наши МИГи после аварии в Алжире начали проверять старые МИГи, которые мы продали.
Оказалось, что эти МИГи имеют микротрещины во всем хвостовом оперении. И 200 самолетов все сняли. Но это сняли в связи с тем, что вот опять упало. Что надо, чтобы упало обязательно, чтобы погибли люди. Там столько не погибло. Это военные самолеты, там, ну, упало. Там летчики могут катапультироваться. А тут летчики не могут катапультироваться, потому что это уже проверено. Во всем мире пассажирских самолетах летчикам парашюты не дают, чтобы они до последнего пытались спасти. А так, как говорится, я у вас летчик, что-то случилось, я полетел. В окошко раз, и до свидания. Катапультировался. Поэтому летчики тоже знают, что они погибнут вместе с ними. Поэтому, ну что может командир корабля? Он скажет, надо идти на второй круг, это значит, он истратит бензином. Это большие затраты. Большие затраты, значит, придется писать большое объяснение, получать большой выговор, даже неформальный. Что вот из-за тебя мы потеряли тут сухого денег и так далее. Поскольку какова цель авиакомпании? Цель какая? Вас перевезти? Заработать деньги. Почему заработать-то? Заработать это у тех, у летчиков заработать, а у тех, кто компанию возглавляет, цели заработать нет, получить деньги. Видите разницу? Заработать много нельзя. От трудов праведных не наживешь палат каменных. А вот получить можно безразмерно. И совсем другая задача – получить деньги. Получают законными, незаконными методами, разными, и разные суммы. Законными, конечно, больше можно получить, чем незаконными. Намного. Весь вообще строй, вот капитализм говорит, это грабительский строй, ничего подобного. Что такое грабеж? Это я вот подошел и вас ограбил, отнял у вас бутылку с водой, телефон и сумку забрал. Думаю, может, буду с такой кошелкой ходить в магазин. Один раз. Это грабеж. То есть применил физическую силу, вы стали сопротивляться, я вот его позвал, говорю, что у вас тут бузит, скандалит, надо принять меры. Потом мы поделили это все. Я ему отдал бутылку, себе взял телефон. Ну, как водится, кто главный в бандитской группе, тот и решает. И вот это грабеж. А что такое капиталистическое производство? Это значит, у вас каждый день прибавочную стоимость забирает. То есть вот есть необходимый труд, это то эквивалент вашей заработной платы. Остальное – прибавочный труд. Ну, мы вот с вами считали, что даже зарплату не выплачивают полностью, как нормальную. А ведь если нормальную зарплату выплатить, то это не значит, что будет у вас, так сказать, что вы получили все, что вы наработали. Вы наработали вот на свое воспроизводство. А в целом вы создали вот столько труда пошло. Вот то, что на воспроизводство, вот на нормальное воспроизводство, это необходимый труд, а сверху это прибавочный труд. Если я систематически, если я ваш работодатель, собственник средств производства, по всем нормам товарного хозяйства, тут вот все вроде как справедливо. Но вы же сами же пришли ко мне наниматься. Вы знали, за какую зарплату вы все? Знали. Ну, ну что вы удивляетесь? Вот все. А вы? И все, вот мы с вами, так сказать, работаем, все. У других хуже. У нас лучше и лучше отношения. Что, вы еще недовольны вообще? То есть все хорошо. Но это значит, что каждый день с вас берут. Это несравнимо. Это ваших десятки телефонов. Но это не грабеж. И вот люди начинают говорить, это воровство, жулики и воры. Помните, вся справедливая Россия ходила, и как они сказали, а кто жулики и воры? Ну кто, кого она имеет в виду? Может, Единая Россия? Ни разу не сказали. Не обратили внимания? А почему ни разу не сказали? Да потому что это одна компания. Они же вместе голосуют потом. Вы видели, что по какому-нибудь серьезному вопросу справедливая Россия проголосовала противоположным образом, не так, как Единая? Видели? А ЛДПР, который вот... Жириновский, значит, он все время ведет свою кампанию. Берет, вот это будет не бутылка, а стакан. И вот мне не понравилось, как вы выступаете, раз вам из стакана. Какая ответственность у меня, товарищи конфликтологи? Ответственность у меня, что я плеснул из нее стаканом воды в нее. Какая ответственность? Административная. А? Административная. За что? Объясняю, пишу объяснительную. Вы написали на меня? В органы, я пишу. Посмотрел, а? Нет. Ну, как-то у вас все это примитивно. Мы же с вами учимся, эти. У нас высшее образование будет. Мы все должны делать красиво. Посмотрел, побледнело. Думаю, сейчас потеряю сознание. Раз, сразу на нее плеснул. Она не только ожила и стала на меня ругаться. Это как всегда бывает. А знаете, как спасают утопающих? Золото.
А? Залусы. Да, залусы. Не залусы. А сначала он стукнет его по голове, чтобы он тебя схватит, будет тебя душить и по тебе карабкаться, а тебя топить. Человек, который вот мне рассказывал, 30 человек спас, 30. Первый говорит, я чуть не утонул. Поэтому я теперь подплываю сразу, раз им по голове. Потом беру там подмышку, залусы и поплыл. И спас еще 29. И тут, неблагодарная, я ее спас, вот свидетели рядом сидели. Видели, как она была бледная? Она устроила тут. Поэтому, а смотрит народ по телевизору, думает, ну, это же какая борьба. А какая борьба? А ваши вместе же выступают. А когда голосуют? Вы видели, чтобы «Справедливая Россия» и ЛДПР расходились по крупным вопросам в доме? Или ЛДПР и «Единая Россия»? Нет, конечно. Ну, это разные способы. Разными дорогами привести туда. Но это уже, так сказать, момент, так сказать, политической борьбы. Он выходит за рамки нашего с вами рассмотрения. Вот если вы доберетесь до магистратуры, там мы наоборот будем у нас такой. Попросил Александр Иванович подготовить меня специальный курс политической составляющей социально-трудовых конфликтов. Вот я магистром и читаю. Сегодня вечером с 17:20. А здесь мы с вами занимаемся сугубо вот экономическими вопросами. В них надо разобраться, потому что экономический вопрос – основа всего. Если вы их не знаете, это вот как наш несчастный политологический факультет, они не знают экономических основ, и они не знают методологии, поскольку диалектики они не изучали. Поэтому у них хорошо подвешенный, так сказать, язык, а глубины нет. Так, вот после этого предисловия, что вообще уж если вы собираетесь разговаривать, то лучше разговаривать на тему о коллективном договоре. Но переговоры могут быть, согласно Трудовому кодексу, коллективные, и не по вопросу о коллективном договоре, а по любому вопросу, и тогда заключается соглашение какое-нибудь. Соглашение по какому-то вопросу. По двум, по трем вопросам. Все зависит от чего? От инициативы. Значит, какие наше государство, которое незаслуженно обругивает постоянно, а я вот хочу взять под защиту, оно создает идеальные льготные условия для ведения коллективных переговоров. Вот смотрите. Значит, как только, если ваш профсоюз представляет более половины работников, а это вы там организовываетесь в профсоюз, я что ли буду, если я ваш работодатель, я буду вам профсоюз делать? Ну, вы даете, чтобы я против себя делал профсоюз ни за что, который будет ваши интересы ощущать. То есть вы собираетесь, мы-то, конечно, договариваемся со своими коллегами из других предприятий, чтобы если у меня такая цена вашей рабочей силы, так и у них была такая, чтобы вы не бегали по заводам, идите и работайте спокойно. За то, сколько вам дают. А вас сами создавайте профсоюз, сами. А можете не создавать? Лучше не создавайте, конечно. Мне лучше вот я индивидуально с вами буду общаться. Не нравится, уходи. Вот с ним я уже общался. Он трудовой договор с ним пришел заключать, что-то бузил. Больше такие работники мне не нужны. И так далее. А вот коллективный договор, это табу, да, конечно. Это значит, надо подписать и выполнять. Что нужно сделать профсоюз, профсоюзная организация, предприятие? Права предоставлены именно профсоюзным организациям предприятий. Вот если ваша профсоюзная организация имеет больше половины, если не имеет, то вам придется обходными путями идти. А если имеет, то вы прямо можете направлять письмецо, получая я письмецо, если я руководитель предприятия. Руководитель. Я не работодатель, если я руководитель. Я представитель работодателя, правда? Я тоже наемный работник. Мы прямо с вами коллеги. Почти одинаковая у нас зарплата, так у меня в 20 раз больше, чем у вас. А так разницы никакой. И я получаю, и вы получаете. И я на карточку, и вы можете на карточку проверить. У вас 1000 пришла. И я смотрю, 1 000 000 пришел. Так разницы, в общем-то, и нет. Так вот, я как руководитель предприятия обязан сесть с вами и сдать приказ, и сесть с вами за стол переговоров. Причем в этом приказе я должен учесть все те фамилии, которые вы выставили, как тех, кто будет участвовать в переговорах. Вот вы решили, что будет вот у вас 5, да, вот эти 5 человек и будут участвовать. А я обязан, согласно закону, и это вы почитайте в Трудовом кодексе, освободитесь от работы с оплатой по среднему.
И вас освободили от работы с оплатой по среднему, а вы не смогли ничего организовать. Значит, вы и виноваты, говорит вам государство. Лопухи. С оплатой по среднему. То есть вы только ходите по бригадам, там, бузите, народ, так сказать, организовываете, договариваетесь, выступаете там. Вы освобожденные на 3 месяца. Вот сейчас только что имеет место, еще не закончился коллективный трудовой спор. Процедура вся пройдена, только нет выхода на забастовку. А коллективный трудовой спор вот имеет место в ЗАО «Первый контейнерный терминал». Там 8 человек на переговоры освобождены. 8. Эти 8 человек готовят документы, идут бригады. Вот, скажем, они не должны сидеть все время на переговоры, будет раз в неделю, 2 часа. Посидели. После этого должны всем рассказать, кто у вас хозяин. Вы кому должны, вы от чьего имени выступаете? От работников. Ну, идите к работникам и рассказывайте, как вы, что вы им говорили. Или не то, что вы ничего не делали, и ходили по столовым и отдыхали. Идите туда и работайте, и рассказывайте. И слушайте, что они вам скажут. А на переговорах выглядит примерно так. Сидим мы, значит, на переговорах с представителем работодателя. Он вот это у нас договорились, это договорились, а тут он говорит, это нет, нам не этот... Хозяин не разрешает это, никакие уступки идти по этому вопросу. А вот по этому вопросу, вроде как, а мы говорим, а вот нам вот разрешает. Потом, ну давайте мы тогда прервемся и на следующей неделе продолжим. На следующей неделе мы приходим, он говорит, ну все, я с хозяином договорился. Я говорю, а мы тоже пошли к этому. Вы пошли к меньшой балде, к большому балде. И мы пошли к большому балде, то есть пошли в трюм, пошли к людям разговаривать. И люди нам сказали, не, это не пойдет. Поэтому нам, говорю, не разрешили. Вы от своего имени, что ли, разговариваете? Нет. То есть с формальной стороны вы можете подписать. Но с точки зрения организации дела вы должны пойти к тем, кто вас направил. Поэтому получается хорошая форма разрешения противоречий. И они еще на уровне, пока идут переговоры, это что, это конфликт или спор? А? Ну и когда идут переговоры? Ну что, вот непонятно, если я вот взял стул, уже начинаю вас кидаться, это конфликт. А если я еще не взял, а только разговариваю с вами, это переговор, спор. Спор – это неурегулированное разногласие, там записано. Неурегулированное разногласие в кодексе записано. Еще не регулировали мы. А почему не регулировали? А еще переговариваемся. Раз в 3 месяца впереди. И вот, значит, некоторые люди думают, что они сядут, будут переговариваться и убедятся разговором. Как вы думаете, вот убедите вы разговором? А? Вот я буду от работодателя, а вы будете от себя. И кто кого убедит? Вот я, значит, профессор по кафедре экономики и права. Прошел необходимую подготовку, а вы вот все время стояли у станка, сейчас пришли и хотите меня переговорить. Удастся вам меня переговорить? Может и удастся, возможно, если я умру. А если нет, то и нет. Поэтому вот эта иллюзия, которая бывает у очень многих переговорщиков, что они пришли, они сейчас тут разговаривают. В чем ваша сила? В чем ваша сила? Как? В большинстве. А? В большинстве. Вы как собираетесь это большинство использовать? Идут переговоры, конфликта нету, значит, забастовок. Не-не, споры. Если коллективный трудовой спор никакой не оформить, все. А что можно? Ну как вы сразу-то вот пугать резко так. Ну можно делать такие вещи, которые и не испуг, а показывать силу. Как вот ее показывать силу? Вот как вы можете показать силу, вот если у вас большинство там вот, в коллективе, как вы будете показывать силу? Вот так будете показывать. Нет, так не пойдет, это грубо. Как вы будете силу показывать? И тут переговоры, мы с вами мирно беседуем, а что-то происходит, вот, что-то происходит в коллективе. У вас же большинство, много чего можете решить. Для этого вы освобожденные на 3 месяца, еще ничего придумать не могли? Сколько вы уже, сколько освобожденные? Вы освобождены, вот, между прочим, от производительного труда, как и я. Ни вы не работаете, землю не копаете, ни я ни станка не стою. Мы с вами освобожденные работники. И по Марксу это означает, мы с вами действуем в свободное время общества. Не в смысле того, что мы свободны от обязанностей, а что вот время, которое занято материально производительным трудом, добывание хлеба, мяса, масла, изготовление одежды, мебели и так далее, домов, это необходимое время общества. А свободное время общества – это время для занятий наукой,
искусством, культурой и так далее. Мы с вами живем в свободной обществе. Что вы собираетесь, вы как вы повлиять? Какие у вас есть способы? Ничего не придумали? Забастовка. Забастовка всему свое время. У нас сейчас коллективные переговоры, а не коллективный трудовой спор. Это два разных раздела. Вы с забастовки хотите начинать? А что вы такой горячий? Может, мы договоримся со мной? Давайте договоримся. Ведь кто... Вот надо... Зачем ведутся переговоры? Чтобы вы, пока ходите по своим бригадам, показывали бы, что вот неуступчивость работодателя. Чтобы человек поднялся на забастовку, надо чрезвычайно иметь обстоятельства. Сказать, да ладно, как это забастовка? Кто в первый раз пойдет на забастовку? Чтобы люди пошли на забастовку, они должны убедиться в том, что никаким, ни так и ни сяк убедить работодателя не получается. Правильно? То есть иллюзии такого рода, что и без забастовки пройдет, надо изжить. А как их можно изжить? Ну, для этого надо информировать все время о ходе переговоров, показывать, что вы говорите, что они говорят. Правильно? Это как раз вот задача в этом смысле конфликтолога. Он не подменяет вообще борющиеся стороны, но он, так сказать, должен способствовать тому, чтобы картина была противоречия ясной. Оно обостряться должно не из-за ваших действий конфликтолога, оно обостряться в связи с неуступчивостью, скажем, работодателя. Правильно? Или, допустим, нелепых требований работников. Может такое быть тоже? Вот они что-то, ты чего вам в голову сбрело требовать это? Чтобы луна пошла в другую сторону. Не могу я такое требование ваше удовлетворить. У нас вот одну, а мне хочу, говорится, видеть другую сторону луны. Ну, никак нельзя. Вот она так вращается вокруг вас, и вы все время видите только одну сторону. А вот эту сторону со спины меня и не посмотрите. Вот так. Тут уж ничего не поделаешь. Мы на переговорах вам это объясним. Это все равно, что вот вы требуете, все равно, что, чтобы луна повернулась к нам другой стороной. Мы с вами уже сегодня говорили о сверхурочных, о выходных днях. В выходные дни вы обязаны выходить? Раз начались переговоры, вдруг раз, и выходные больше никто не выходит. Ждут, потому что чем кончатся переговоры. Ну, вы можете ждать, чем кончится? Сейчас как-то не хочется работать, пока не ясно. Правда? Выходные не... Нет, так-то хочется работать. Но выходные вот не хочется. Раньше вы любили вот выходные отдыхать, а сейчас вот в связи с этой вот, с этими переговорами как-то какая-то неясность. То ли будет выполнено, то ли не будет то, что мы предлагаем. Ну, раз неясно, то все, мы... Что такое баста? Знаете, нет? Забастовку как расшифровать? Это не юридическое понятие, а как расшивать по-русски просто. Что это означает? Да, бастовка. Ну, почитал я вот ли вам лекцию, почитал, и баста. Хватит. Сколько можно вам читать? Вам не надоело? Мне уже надоело, а вы все слушаете и слушаете. То есть слово баста – это хорошее русское слово, которое означает хватит. Ну, вы же договорились, что вы забастовку-то не будете утро. Ну, ваши просьбы, вот уже 4 заседания прошло, месяц прошел, по раз в неделю, а ничего ваши просьбы и требования не удовлетворяют. Это еще не требования, только просьбы. Вы только разговариваете здесь. Какие требования? Требования нет. Просто вы просите, хозяин-барин, так сказать, как-то надо пойти навстречу. И раз вы... Он говорит, ну пойдите навстречу, выйдите в это воскресенье. Вы говорите, не могу. Почему? Грибы собираю. Какие сейчас грибы? Ну, какие? Ну, замороженные. Одним словом, не пойду я в воскресенье никуда. Так, а сверхурочно вы выйдете? Надо завтра выйти. Кому надо, вам или мне? Вам. Мне надо. Так вы выйдете, пойдете мне навстречу? Почему это вы не пойдете мне навстречу? Вы не пойдете. Так вы идите навстречу, я пойду навстречу, я с удовольствием. Мы уже шли. Ну, как-то надо это... Взаимность, да? Что значит? Давайте, говорит, компромисс. Что такое компромисс? И значит, я то, что от вас потребовал, вы мне дали. Я говорю, вот это и компромисс. Это компромисс? Или бандитизм? А компромисс означает, что вы пошли со своей стороны, а другая сторона вам навстречу. И вы в какой-то средней точке вы договорились, да? Вот, ладно, черт с вашим телефоном, давайте вот бутылку воды, а я вам газетку подарю с данными, которые я вам цитировал. Компромисс? Это не могу подарить, это не мое. А это очень сильно. Вот
скажем, в отношении докеров, что это означало? Докеры выполняют, ну, 160-180% нормы, как правило. Приходят раньше, уходят позже. У них есть заработок, есть приработок. То есть они, так сказать, за более быструю работу получают дополнительную зарплату. Поэтому они и сами выполняют много. Больше, чем надо. Вот. Ну вот они раз и остановили работу в выходные дни. Выходные дни вы же не обязаны работать. Вот вы обязаны приходить на лекцию в выходные дни. Вот я сейчас напишу, лекция Попова переносится на воскресенье на 7 часов утра. Вы обязаны приходить? Нет? Может, вы придете, посмотреть? Но я думаю, что нас могут не пустить уже внизу. Меня еще пустят, а вас точно не пустят. Людмила Джамаловна, через 10 минут перезвоню, я на лекцию сейчас заканчиваю. Ага. Значит, не обязаны вы ни сверхурочно работать, ни в выходные дни. А нормы вы обязаны выполнять на 180%? Нет. А на сколько будете выполнять? Норму. Только 100% ровно? Да. Ну, это вот ошибка. Вы будете выполнять 100, а потом что-то случится, и получится 99. И я вас за невыполнение производственного задания выгоню. Я вам советую выполнять на 103%. С гарантией. Ну, мало ли, всякие бывают. Потом брачок, как выяснится, у вас какой-нибудь. И получится, что норму выполнили не на 100. Поэтому не надо рисковать. Вот не надо так уж. Ну ничего страшного, я же вам не враг, вы немножко 3%-то сделаете, чего уж вы так прям так себя видите. У нас переговоры идут мирные, а вы прям вот что и все. Ну, какая-то жесткость вообще. Вы же конфликты должны разрешать. А чего их так закручиваете? Да нет, говорю, да, я могу даже на 105, ну на 104, ну максимум. И так. Ну не больше. И что получилось? Заводы стояли, вагоны не разгруженные, не погруженные. А те, которые приехали, не разгружены, а те, которые пустые для загрузки, не загружены. Потому что как обычно их столько же прислали вагонов. Заказал их работодатель. А кто их будет грузить? Я к вам пришел. Будете в воскресенье? Не будете. Вы. А вы? И вы не будете? Что за люди такие? А вы? А вы взяли и решение приняли. Кто будет выходить сверхурочно? Штрихбрехер. А как к Штрихбрехерам надо относиться? Побьют же. А там в порту вообще там причал, там могут люди упасть случайно. Там вообще опасно. Там и так-то есть столько травм. Короче говоря, ситуация такая. И что сразу получилось? Сразу переговоры стали двигаться лучше. Вы спрашиваете меня, не хотите ли вы с этим согласиться? Я говорю, да почему бы мне и не согласиться? Ну, давайте, договорились. И все. Но вы там, кстати, эти будете эту сверхурочную? Да нет, это мы сейчас временно просто так. Устали. Сейчас мы отдохнули и немножко будем. Опять будем работать, может, сверхурочную. Ну, может, не столько, но будем. И выходные, конечно, не каждый, но иногда будем. Так? И все, и разрешился вопрос. А если не разрешился, что нужно составить? Нужно составить протокол разногласия. Это по каким пунктам вы не договорились? Как его составить? А у нас с вами разногласия, мы там не договорились, поэтому не хочу я составлять, и вы не хотите. Ну, составляйте два. Как пишется протокол разногласия? Левая сторона. Вот позиция работника, справа и позиция работодателя. Это и это. И, скажем, обоснование, как обосновывают работники. Пишут, как они обосновывают, работодатели, как свои. Каждый пишет независимо, внизу две подписи. Это ваша позиция, это ваша позиция. Давайте мы это все зафиксируем. Но если не удается, даже до того уже переговаривались, что смотреть друг на друга они не могут и подписывать вместе. Они могут, напишите отдельный протокол разногласий, сами вы. Вот наша позиция, а вот позиция работодателя. Это все публично. Но документ надо составить. Одно время составление протокола разногласий было основанием для начала коллективного трудового спора. Потом законодатель решил, что это через край, и убрал. Давайте начинайте все сначала. Но это отдельная тема. А у нас сейчас тема коллективные переговоры. Вот переговоры. То есть надо понимать, что переговоры не сводятся вот к этому. Кто думает, что это так, тот не понимает смысла жизни. Глубина жизни такова, что не надо только видеть поверхность явлений, а надо проникать и в сущность. Есть ко мне вопросы?
Спасибо за внимание.